Здорово, народ! На связи Шамшурин. Я нахожусь в Питере. Я вот как бы никому не сказал об этом, потому что и так несколько человек узнал и начали писать, давай встретимся, там бла-бла-бла. То есть, ребят, в начале августа буду в Питере с какой-то программой, да, то есть тогда и встретимся. Сейчас приехал отдохнуть. Какие мысли? Здесь очень круто, кстати, в Петергофе, просто очень круто. Значит, какие мысли в голове? Во-первых, хочу поделиться тем, что я себя чувствую неким исполнителем мечт, как мне сказала одна прекрасная девушка недавно. То есть, я привез сюда родителей, ну, как бы цель поездки в Питер данная была, как бы, привезти сюда маму с папой. У меня мама с папой ни разу не были в Питере, вот, и они все время об этом мечтали, особенно мама, там, Петергоф, там, фонтаны, все дела. То есть, я, ну, как бы, я спокойно к этому отношусь, но для них это очень круто. И хожу, отключив мобильный телефон по этому парку и, ну, пытаюсь как-то быть осознанным, да, смотреть то, что тут вокруг, не думать ни о работе, ни о клиентах, ни о женщинах. И, ребят, это очень круто. Я считаю, что это очень хорошая мотивация порадовать своих родителей, да, то есть и радовать их дальше. То есть, как бы, я уже не первый раз куда-то вожу, я уже несколько раз возил их, ну, в Таиланд, во Вьетнам. Вот, и, ребят, это очень круто. Я каждому из вас искренне желаю, чтобы вы смогли радовать своих родителей как можно чаще, потому что на самом деле, ну, что касается мамы, мама — это, по сути, единственная женщина, которой ты нужен в этой жизни, и она тебя примет любым, там, сраным, пьяным, не знаю, укуренным, бедным, богатым, то есть, которая никогда от тебя не откажется, и это очень важная штука, то есть, мама — это самый важный человек. Я искренне желаю тебе радовать свою маму. Ну, сейчас, как бы, еще пару мыслей. Во-первых, во-вторых, вернее, хочу тебе напомнить о том, что короче, видео вопрос-ответ, да, ребят, давно не снимал. Тут парни пишут, когда будет вопрос-ответ. Ребят, как только я вернусь с Питера 19 числа, я сразу же запишу это видео для вас. Для того, чтобы было больше ответов на ваши вопросы, правда, как бы не на такие, там, что делать, если то-то, то-то, там, конкретно расскажи. Конкретно я рассказываю на тренинге. Вот. И чтобы было больше ответов под тем видео, которое последнее есть, вопрос-ответ, и под видео, которое вот сейчас вот это ты смотришь, пиши свои вопросы, я прочитаю и отвечу тебе на них. Еще один момент по поводу того, что московские девки зажрались. То есть вот я тут, ну, недавно показывал тебе некое приложение по знакомствам, в котором можно знакомиться с девушками. Вот. И я здесь тоже вошел в это приложение вчера и начал, то есть, лайкать девчонок. Там такой, такой принцип, то есть я их лайкаю, они лайкают тебя. Если лайкают, значит, пара совпадает, ты можешь ей писать какое-то сообщение. Вот. И прикол в том, что, как бы, реально московские девки зажрались. То есть, как бы, там лайкает, допустим, там одна из там семи, из пяти, из шести. Здесь же лайкает каждая вторая, я даже не успеваю там писать им, чтобы они писали свой телефон. Ну ладно, об этом еще поговорим. В общем, суть видео — вопрос-ответ, пиши свои вопросы. И 19-20 увидишь видео вопрос-ответ с ответами. Начался дождь, поэтому я убегаю, все, пока. Блять.